Желающие получить единовременные пенсионные выплаты теперь могут отменить заявку в случае ошибки. Новая функция появилась после первого дня работы онлайн-платформы. Помимо этого, некоторые заявки могут быть аннулированы. Подробнее расскажет наш корреспондент. Теперь пользователь может отменить заявку, если ошибся с вводом данных или решил изменить цель использования выплат. Новую функцию добавили разработчики, проанализировав работу платформы в первый день. Для этого нужно зайти в личный кабинет, выбрать во вкладке нужную заявку и в нижней части экрана нажать «Отменить». Добавлять какие-либо еще функции пока не планируют. На сегодняшний день открыто уже 69 048 специальных счетов для зачисления средств единовременного пенсионного взноса. Также с 23 января с 9 утра у нас заработал сайт enpf-отпаса.kz, и на сегодняшний день у нас уже принято заявок 20 177 заявок. Даже если пользователь не отменял заявку, система может ее аннулировать по нескольким причинам. Первое, если в строке сумма указан 0. Второе, если сумма указана с дополнительными знаками, например, точки или запятые. Также необходимо вводить округленную сумму, без тиинов. Если все было введено верно, необходимо заново войти в систему и обновить ее. После отправки заявки, онлайн-отправки заявки, Отбасы банк в течение 2 дней проверяет вашу заявку и потом отправляет в ЕНПФ. ЕНПФ в течение 5 дней рассматривает, и на вас в течение 5 дней на ваш специальный счет должны поступить деньги. Почти половину заявок подали граждане, чья цель погасить кредит. 17% заявителей хотят полностью выкупить квартиру, 13% уступая свои выплаты родственникам. Еще 8% планируют использовать сбережения для первоначального взноса. Лишь небольшая часть заявителей в качестве цели указали строительство, рефинансирование и погашение аренды. Напомню, граждане могут потратить единовременные пенсионные выплаты на 8 разных целей, в том числе на улучшение жилищных условий или лечение. Для работы с онлайн-платформой необходима актуальная электронная подпись и установленные сертификаты-посредники. Айгерим Бабиш, Марат Дихамбаев, Хабар 24.